С вами компания Электромотор. Сегодня мы поговорим про генератор от Iron Angel EG3200E. Недорогой бюджетный генератор китайского производства, который себе может позволить каждый. Так, что по генератору, что по марке Iron Angel? Значит, Iron Angel — это украинская торговая марка. Продукция производится в Китае. Продукция позиционируется как самая бюджетная, самая недорогая на рынке. Поэтому ничего такого сверхъестественного в этом генераторе не найдете. На генераторе установлен двигатель под той же торговой маркой Iron Angel. Позиционируется как 7 лошадиных сил. На вид Honda GX160. Нету датчика уровня масла, по крайней мере, я его не нашел. Система ручного старта, на взгляд, не самая дорогая. Перед нами моделька уже 2019-2020 года. Раньше они были с одной розеткой, эти генераторы, сейчас с двумя. Две обычные розетки, 16-амперные. Заводится генератор с ключа, вот сюда вставляется, либо ручной. Для того, чтобы завести с ключа, имеется аккумуляторная батарея. Емкостью, сейчас я посмотрю, 7 ампер часов, но желательно поставить помощнее. Автомат, если вы будете перегружать, он будет срабатывать. И выдача тока прекратится. Многие об этом не знают и думают, что пора менять альтернатор, достаточно просто включить автомат и ток пойдет. Самый примитивный вольтметр, выход на аккумуляторную батарею 12 вольт, заземление. И это, я так понимаю, индикатор работы. Все. Ничего больше сверхъестественного нет. Сверху установлен бак, если я не ошибаюсь, на 15 литров. Внутри бака сеточка. И очень часто внутри бака на сеточке ключи. Многие покупатели говорят, купили генератор, где найти ключи. Ключи часто находятся на фильтре. Есть индикатор наполняемости бака. В принципе, модель самая простая, незамысловатая. Позиционируется модель как 2,8 кВт номинальной, 3 кВт максимальной. Скажу вам, весит генератор 50 кг. По опыту это честных 2,5 кВт он выдает. Причем наличие двух розеток и плюс и минус. Есть еще, конечно, бывает, что аж 3 розетки ставят китайцы. Ну, вы же понимаете, чем больше розеток, тем, а вы, допустим, нагружаете одну, не нагружаете вторую, могут возникнуть перекосы в фаз, нагрузки на альтернатор, на одну из обмоток, это выгорает. Ну, как есть, так есть. Считаем, что четких 2,5 кВт моделька выдает, гарантию имеет, своих денег однозначно стоит. В общем, простая бюджетная модель. Советуем для начинающим дачникам. Небольшие дома, исключительно для резервного энергоснабжения, если у вас отключают свет, для постоянной работы, для строительных бригад это точно не подойдет. Что по цене? Цена на сайте рекомендованная розничная, обязательно пользуйтесь промокодом генератор2020, цена будет автоматически пересчитываться, вы будете получать дополнительную скидку. Это наш бонус для вас, потому что вы смотрите наши обзоры. Марка Iron Angel имеет хорошую репутацию, недорогая, надежная, продается очень хорошо, особенно в наше карантинное время. Приходите в компанию Электромотор, контактный телефон 5-3-0-3-8.